Россияне, которые должны судебным приставам более 10 тысяч рублей, не смогут выезжать за границу. Об этом ведомство напоминает в преддверии летних отпусков. Только в Красноярске это ограничение коснется более 12 тысяч человек. Их общая задолженность около 3 миллиардов рублей. Узнать о наличии запрета каждому конкретному жителю региона можно по телефону так называемой туристической линии службы судебных приставов. Телефон сейчас на экране.